Наряду с поддержкой предпринимательства в Верхневолжье продолжается реализация крупных национальных проектов. Так, в Твери ведется ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» и благоустройство общественных зон по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Качество ремонтных работ проверяют сотрудники контрольных организаций, администрации города, а также представители общественности и депутаты. О новом сквере на улице Хромова местные жители мечтали давно. Несколько лет назад они сами выбрали эту территорию путем рейтингового голосования в рамках программы формирования комфортной городской среды. Сейчас на объекте проводится вертикальная планировка территории. В течение строительного сезона здесь планируется провести благоустройство участка площадью 1,5 гектара, проложить пешеходные дорожки, установить наружное освещение. Очень приятно, что наконец-то начались работы. Очень хочется быстрее увидеть сквер красивым, чтобы снова у нас были деревья, чтобы соловьи пели. За процессом строительства наблюдают не только сотрудники департамента дорожного хозяйства администрации города и общественники, но и депутаты. Очень хотели зону отдыха. Здесь было болото, здесь были заросли. Страшно было ходить, вечером было страшно ходить. Сейчас этот первый этап строительства идет. И второй этап тоже мы выиграли. То есть в 2023 году будет второй этап. Там будет благоустройство уже этой территории. Я надеюсь, территория преобразится, и наши жители смогут здесь отдыхать. Улица Хромова – один из ключевых объектов микрорайона «Юность». Совсем рядом с дорогой расположен детский сад. Важно, чтобы этот участок был безопасным для передвижения детей. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» здесь заменили асфальтобетонное покрытие, отремонтировали тротуары и построили остановочные площадки. Благодаря ремонту тротуара вдоль проезжей части и строительству новых тротуаров в сквере повысится безопасность для движения пешеходов, в том числе детей, до социально значимых объектов на территории микрорайона «Юность». Также в рамках ремонта тротуаров создана доступная среда для маломобильных групп населения, жителей данного микрорайона. Напомним, всего в этом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 49 улиц города общей протяженностью более 50 километров.